тебя есть сигнализация? Есть. БМВшная? Да, это у тебя родное? Да, стекло. Ну, видимо, да. У тебя это попрозрачней? У меня оно другое. Я не понял. У меня настолько морда тяжелее, потому что у меня назад нет. А почему у тебя морда тяжелее? За счет чего? А у меня дуг больше. Дуг больше. Но они же не весят ни хрена. Может колесо просто? Если будет колесо. Колитое? Оно тяжелее просто сам по себе. Слушай, во-первых, у меня сильно прозрачнее, во-вторых, он у меня больше сюда загнуто. Ну, больше-то сюда загнуто, это его положить, это же минута. А, да. Я его не регулирую. Я как раз хочу попробовать с родным покатить. Ну, прокатись. Ну, не сейчас. Сейчас тебе прохладно будет. В каком виде прохладно? Озерко синее. Хуй его знает. Я-то, видишь, у меня еще вот сюда дуги, вот на вот этот пластмасс. Ну они нафиг не нужны. Ну это вот родное, да? Ну, так сказали, во всяком случае. Да я родное не видел ни разу. Не, нормально. Я никакое другое не видел. Я хочу просто родное, но я, может, где-нибудь на разборке найду. Родное стекло вот это. А у тебя есть эта штучка сюда вот? Не-а. Ни сюда нет. Ну, все за... Я вам уже, да. Получше. Вот это что-то. Это лампочка стояночного тормоза. Нихуя. А у тебя приводчик есть к нему? Но. Ну есть. Ты чё? О, есть. Круто. Все. Сигнализация включена. Угу. У меня два брелока, но при этом. А? Смотри. Ну она то орёт, то не орёт. Нет, она очень нечувствительная. Да. То есть если его потрясти хорошо, то... Я не понимаю, почему второй брелок другой? Не знаю, может быть они совместимы, сделали сначала так, потом так. Ну, в общем, вот он у тебя на сигналке начнет верещать, когда его сильно пошевелить. То есть просто так вот подойти пнуть, как ничего не будет. В общем, мне сказали, что это второй как бы от него тоже. Так давай проверим. Так он не работает. А, он подарительный? Видим подарительный. Вот. Девочка не стала торговать со мной вообще ни на рубль. То есть все вот прямо. Да. Она говорит, это у меня с августа стоит, говорит. Стоял за 420, но я потом снизил цену, а звонков все равно не было. Ну и как бы там какое-то время назад я бы еще поторговал, говорит, а сейчас, говорит, звонки идут один за другим. Поэтому, говорит, сейчас, говорит, не буду там. Хочешь, подожди, там, типа, пару недель не уйдет, я готова буду поторговаться. Вот это вот кайфово. Я такую хочу. Это очень круто. У меня здесь дырка. Ну, как у всех. Что там? Розетка. Но она BMW-шного размера розетка. Ага. У тебя, кстати, камера пишет, продолжает. А, да? Хорошо. Привет.